Вы узнаете о американце по имени Леонард, который решил пожить в России, и он был поражен разнообразием культуры, гостеприимности и уникальным образом жизни русских. Видя, как русские танцуют, празднуют и относятся друг к другу, Леонард по-новому взглянул на эту страну. Поставьте лайк и досмотрите видео до конца, чтобы узнать, сколько американцы на самом деле зарабатывают в России. Леонард и Екатерина встретились на христианской кафедре в США. Их любовь переросла в брак, и они решили основать новую семью. Совместное проживание в США заставило Екатерину скучать по России и ее родине, что стало решающим моментом в принятии решений о переезде. Екатерина высказала свое желание вернуться в Россию, а Леонард взвесил все за и против принятия решения о переезде в другую страну. Финансовые выгоды, доступное образование для детей и возможность погрузиться в другую культуру стали ключевым моментом, влияющие на решение семьи о переезде. Россия привлекает иностранцев своими возможностями заработка, которые часто превосходят те, что доступны в других странах. Это создает благоприятную среду для развития бизнеса, карьерного роста и новых возможностей для иностранцев. Они здесь могут легко зарабатывать от 1000 долларов в месяц. Леонард все это время, когда перебирался в Россию, думал, что его здесь будут обижать из-за того, что он иностранец, но к нему отнеслись совсем по-другому. Леонард приехал в Россию с целью преподавания английского языка, погружения в московскую атмосферу и ее исторические достопримечательности. И динамичной жизнью полностью поглотили его с восторгом. После первоначального опыта в Москве Леонард решил поехать в Екатеринбург. Этот город поразил его уникальной культурой, дружелюбными людьми и уютной атмосферой. Именно здесь он нашел свое место и новые возможности для профессионального и личностного развития, учить детей онлайн английскому языку. Американцы, живущие в России, действительно являются редкостью. Многие из них принимают решение о переезде ради близких и своей семьи. Многие американцы предпочитают жить в Москве из-за ее культурного разнообразия, возможностей для карьерного роста и бизнеса, а также благоприятной экономической среды. Оставьте свое мнение в комментариях под видео, что вы думаете об этом, американцы. Поделитесь этим видео в других социальных сетях, вот инструкция, и посмотрите вот это видео, которое вам будет интересно. Ссылка в описании.